уважаемые слушатели, докладчики. Государственный академический русский оркестр имени Василия Васильевича Андреева рад приветствовать вас на первом международном фестивале имени Игоря Михайловича Фоченко «Новая жизнь басовых инструментов», который проходит в рамках проекта «Творческая лаборатория Андреевского оркестра». Аплодисменты. Фестиваль носит имя Игоря Михайловича Фоченко, выдающегося музыканта, педагога, артиста Андреевского оркестра, много лет успешно выступавшего в качестве солирующего басового домбриста на лучших площадках Санкт-Петербурга. Фестиваль станет первой в своем роде уникальной творческой площадкой для сотрудничества профессиональных исполнителей на басовых инструментах русского оркестра. Его главная миссия – практическое изучение возможностей и перспектив басовых инструментов в качестве солирующих, продолжение традиций и достижение новых высот в данной области. В рамках фестиваля запланированы научно-практический семинар и гала-концерт, на котором выступят ведущие басовые домбристы и балалайщики-контрабасисты из России и Беларуси. Для открытия нашего фестиваля я даю слово директору Андреевского оркестра Наталье Алексеевне Митиной. Да. Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости фестиваля. От имени Андреевского оркестра я поздравляю вас всех со стартом нашего совершенно необычного, уникального проекта. Через несколько дней, 20 марта, нашему оркестру исполняется 132 года. И со времен самого начала он работал как творческая лаборатория и всегда давал дорогу различным новшествам, которые происходили в музыке. Поэтому он получил, оркестр сразу же с первых своих времен получил много наград за новый элемент в музыке. Сегодня на эту дорогу новшеств выходят басовые инструменты. Это возможно фактически только благодаря вам, нашим прекрасным музыкантам, благодаря вашему энтузиазму, вашему таланту, вашей потребности к инновациям. И именно поэтому басовые инструменты идут по новой дороге. Я хочу каждого из вас поздравить с открытием нашего проекта и особенно поприветствовать тех, кто приехал из разных городов, потому что в наше очень сложное время это они просто герои, я ими восхищаюсь, молодцы. Огромное вам спасибо. И за то, что вы подготовили и свои доклады, и за то, что вы подготовили свои прекрасные номера, которые в эти два дня мы увидим. И я желаю вам всем творческих успехов, интересных встреч, интересных каких-то для себя открытий. И я полностью уверена, что ваши имена все войдут в новейшую историю музыки как солистов, как сольных исполнителей на басовых инструментах. И поздравляю вас всех с этим днем. Еще я хочу, да, спасибо. Еще я хочу поблагодарить руководство Дома офицеров, который называется Санкт-Петербургский дом офицеров Северо-Западного военного округа, за то, что они предоставили нам свою прекрасную площадку, которая является одной из исторических площадок Андреевского оркестра. Мы здесь много выступали. И только благодаря этому вообще стала возможность организовать и провести нам этот вот первый фестиваль. Поэтому тоже давайте похлопаем им огромное им спасибо. Нас поддержал Комитет по культуре Санкт-Петербурга, но из-за коронавируса, к сожалению, никто не смог подойти, потому что в 16 часов у них тоже начинается в Смольном работа, вот как раз какие-то новые будут приняты постановления по поведению, по регламенту, вот как жить нам в это время. Поэтому я могу зачитать приветствие председателя Комитета по культуре Сухенко Константина Эдуардовича. Вы, правда, все получите, конечно, такие вот буклеты, в котором вот он пожелал нам приветствия. Но я сейчас зачитаю вам. Дорогие друзья, для торжественности момента,
От всей души поздравляем вас с успешным стартом вашего необычного проекта. Международный фестиваль «Новая жизнь басовых инструментов» – интереснейшаяся творческая инициатива, открывающая дорогу новым свершениям, жанрам и именам. В последние десятилетия басовые инструменты превратились в полноценных и самобытных участников концертной жизни. На них исполняются сольные номера, специально для них создается музыка, их держат в руках музыканты-виртуозы. На сегодняшний день ваш фестиваль является уникальным. Особенно приятно, что он проходит в нашем городе и что его организатором стал прославленный петербургский коллектив Государственный академический русский оркестр имени Андреева, учреждение подведомственное Комитету по культуре. Комитет по культуре Санкт-Петербурга выражает вам свою поддержку и желает проекту удачи, дальнейшего развития, мировой известности, а всем его участникам больших творческих успехов. Сухенко Константин Эдуардович. Так, теперь нужно, наверное, представить, да, да, вот, Людмила, вам тогда даем, да, представить. Да, вам. Да, мы сейчас начинаем. Открывает фестиваль научно-практический семинар «Актуальные вопросы исполнительства на басовых инструментах». Прозвучат доклады на актуальные темы исполнительства, педагогики и репертуарной политики басовых домбристов и балалайщников-контрабасистов. Уважаемые докладчики, обращаю ваше внимание на то, что регламент каждого выступления составляет ровно 20 минут. Поэтому, пожалуйста, следите не только за красотой и верностью вашей мысли, но еще и за временем. В любом случае, в этом буду помогать вам я. И по истечении 15 минут, когда у вас еще останется 5 минут на завершение доклада, вы услышите вот такой звук. И поймете, да, что нужно завершать выступление. Также наверняка у вас у многих возникнут вопросы или, может быть, какие-то спорные моменты, которые вы в любом случае сможете решить методом общения, да, уже после нашего сегодняшнего семинара, спустившись в репетиционную зону и уже там за беседой обсудить все какие-то ситуации, спорные моменты или интересные замечания. Еще раз напоминаю вам о том, что прошу вас на время семинара отключите звук ваших мобильных устройств. Итак, первый доклад. Доклад на тему «История возникновения и развития балалайки-контрабас в контексте формирования оркестра русских народных инструментов». Прочтет участник фестиваля из города Севастополь, артист оркестра русских народных инструментов имени Константина Лонгиновича Смирнова, лауреат международного конкурса Михаил Федорович Юшутин. Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию будет представлен доклад, основывающийся на магистерской диссертации, написанной нами в Орловском государственном институте культуры. Называется доклад «История возникновения и развития балалайки-контрабас в контексте формирования оркестра русских народных инструментов». Следующий слайд, будьте добры. Музыка сопровождает человека многие тысячелетия. На современном этапе развития для эволюции общества необходимо овладение человеком культурой, и в частности музыкальной культурой. Важнейшую роль в развитии культуры любого народа играют музыкальные инструменты, особенности функционирования и развития которых отражают общие эволюционные процессы в области музыкального мышления человека. Для русской культуры такими самобытными национальными являются русские народные инструменты. Важно возрождение исполнительских народных традиций, особенно в Крыму и Севастополе, в период после воссоединения с Россией, поскольку в период с 1993 по 2014 годы русские народные инструменты находились в упадке. Из названия старейшего коллектива города «Оркестра русских народных инструментов» имени Константина Смирнова, в котором мы принимаем участие как исполнитель, насильно убрали слово «русский». Следующий слайд, пожалуйста.
Особую роль в русском народном исполнительстве как инструмент оркестра русских народных инструментов играет балалайка-контрабас, история которой в отечественной академической музыкальной культуре охватывает период немногим более века. Инструмент образует одну из основных групп оркестра русских народных инструментов, является опорой и проводит басовую линию в оркестре. Следующий слайд, пожалуйста. В последнее время балалайка-контрабас используется как сольный концертный инструмент, часто в сопровождении фортепиано или оркестра, кроме того, даже в сочетании с инструментами симфонического оркестра, принося тем самым новые краски в тембровую палитру современного звучания. Балалайка-контрабас весьма востребована в ансамбле с различными инструментами однородного либо смешанного состава. Анализ литературы по проблеме исследования показал, что изучение специфики балалайки-контрабас как инструмента русских народных инструментов внимание исследователей практически не уделено, хотя роль, конечно же, и функции данного инструмента достаточно весомы и строго определены. Поэтому в нашем исследовании мы решили рассмотреть особенности балалайки-контрабас как басовой основы в оркестре русских народных инструментов, аспекты сольного выступления, так и ее специфику и репертуар. Следующий слайд, пожалуйста. Объектом исследования является история возникновения и развития балалайки-контрабас. Предметом исследования являются специфические особенности исполнения музыкальных произведений на балалайке-контрабас. Целью работы является задача проследить историю развития балалайки-контрабас как инструмента в оркестре русских народных инструментов и выявить исполнительские особенности на нашем инструменте. Следующий слайд, пожалуйста. Задача исследования следующая. Определить значение балалайки-контрабас в оркестре русских народных инструментов. Выявить акустические особенности инструмента. Проанализировать их, охарактеризовать стилистические и исполнительские особенности игры на балалайке-контрабас. Обобщив результаты исследования, выявить специфику, структуру и используемые средства музыкальной выразительности при игре на балалайке-контрабас. Указать возможности использования балалайки-контрабас в сольном и ансамблевом исполнительстве. Следующий слайд, пожалуйста. Методологической основой исследования являются историко-ключевые концепции, теоретические разработки и практические подходы в анализе инструментального исполнительства на балалайке-контрабас в музыкальной науке современности. Также при сборе и изучении информации по проблеме исследования использовался метод интервьюирования ведущих специалистов, как исполнителей на балалайке-контрабас, так и музыкальных мастеров. Для всестороннего изучения балалайки-контрабас базой исследования стали труды Василия Васильевича Андреева, заслуженного деятеля искусств России, доктора искусствоведения профессора Имханицкого, заслуженного деятеля искусств России профессора Сухорослова и другие. Следующий слайд, пожалуйста. Научная новизна исследования заключается в том, что в работе представлено современное осмысление роли балалайки-контрабас в сольном и оркестровом исполнительстве. Следующий слайд, пожалуйста. Материал, положение, выводы нашей работы предоставляются перспективными для дальнейших научных разработок как в традиционных для музыковедения сферах, так и в теории исполнительства. Исследование обстоятельств, сопутствующих историческим аспектам возникновения и формирования балалайки-контрабаса как инструмента русского народного оркестра, может быть положено в основу создания методических пособий и обновления теоретических курсов в музыкальных учебных пособиях. Следующий слайд, пожалуйста. Представленные в исследовании результаты заинтересуют педагогов-практиков и концертирующих исполнителей, способствуют расширению знаний и использование их в педагогической и исполнительской практике. Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе обсуждения на кафедре народных инструментов и оркестрового дирижирования Орловского государственного института культуры. Отдельные положения исследования были представлены в выступлениях на международных научно-практических конференциях в России. Это город Севастополь и Курск. А также за рубежом Казахстан, город Петропавловск и в Донецке. Структура исследования определяется содержанием и логикой изложения материала. Работа включает введение, две главы с подразделами и заключение. Исследование снабжено списком литературы и нотными приложениями.
Первая глава является теоретической частью работы. Первый параграф первой главы называется «Балалайка контрабас» в оркестре русских народных инструментов и посвящен историческим фактам развития балалайки контрабас в контексте создания оркестра русских народных инструментов. Необходимо отметить, что в целом источников литературы по данной теме очень мало. Следующий слайд, пожалуйста. Человек изначально пытался передать звучание окружающей его природы и даже целой вселенной. Для этого он создавал музыкальные инструменты, способные по своему тембру изобразить ее многогранность и полноту звучания. В природе встречаются разные по своему тембру и высоте звуки. Такой принцип природосообразности играет большое значение в передаче звука, и для его реализации необходимы были инструменты, по своим характеристикам позволяющие воспроизводить разные звуки. Низкие звуки в природе позволяли воспроизвести инструменты низкого регистра. В качестве такого инструмента для русского народа и стала изобретенная Василием Васильевичем Андреевым балалайка-контрабас. Следующий слайд, пожалуйста. Принято считать, что инструмент был изобретен совместно с Францем Посербским, когда тот предложил Андрееву создать группу балалайк для передачи разного тембра звучания. Когда мы работали в Российском государственном архиве литературы и искусства с архивом Андреевым, были обнаружены фотографии, указывающие, что конкретно сам инструмент балалайка-контрабас был изобретен мастером Ивановым в дополнение к балалайке-бас спустя примерно 3 года после создания основной группы балалайк. Следующий слайд, пожалуйста. Великорусский оркестр Андреева состоял целиком из струнных инструментов. В его составе отсутствовали гармоники и концертина. В этом, а также в нетипичной для современного оркестра русских народных инструментов компоновке, скорее всего, и заключалось уникальное звучание оркестра. Знаменитые деятели искусств необычайно лестно и тепло отзывались о великорусском оркестре. Важным аспектом русского народного оркестра является полная оригинальность и самобытность, то есть ничего не было позаимствовано Запада. Когда мы работали в Российской государственной библиотеке в Москве, было обнаружено, что в современных оркестрах народных инструментов большинство народов также стали изготавливать по образу и подобию инструментов, выполняющие функции и роль балалайки-контрабаса. Например, в Киргизии – кабыс-контрабас. Второй параграф первой главы называется «Особенности акустических свойств балалайки-контрабас». Здесь раскрываются некоторые вопросы акустики применительно к образованию звука в музыкальных инструментах, в частности балалайки-контрабас. Как мы знаем, звук, являясь непрерывными колебаниями, обладает множеством параметров и характеристик. Самым сложным, субъективно ощущаемым параметром является тембр, который характеризует образную глубину, насыщенность, высоту и мягкость звука. Балалайка-контрабас, обладая внушительными размерами, является звуковой и ритмической основой, фундаментом оркестра. Поэтому ее основной частотный диапазон лежит в области от 65 до 260 Гц. Акустические возможности достаточно обширны. Инструмент богаче смычкового контрабаса по тембровым и художественным возможностям. Балалайка-контрабас в настоящее время фабричным методом не производится. Их изготавливают на заказ разные мастера. На качество звука при изготовлении балалайки-контрабас большое влияние оказывает значительное количество факторов, таких как материалы разных частей инструментов, технологии их производства, а также методы и способы усиления и преобразования звука. Следующий слайд, пожалуйста. В 2016 году в оркестр русских народных инструментов имени Константина Лунгиновича Смирнова в городе Севастополь поступила новая балалайка-контрабас, изготовленная мастером Николаем Подскрепкиным из ценных пород дерева специально для нашего коллектива. Инструмент обладает большими размерами и достаточно тяжел. При изготовлении использовались клен, палисандр, черное дерево. Лады выполнены специально из носостойкого сплава. Имеет треугольную ножку. Благодаря этому он имеет сочный, глубокий и мягкий звук. Следующий слайд, пожалуйста. Вторая глава посвящена освещению практических аспектов исследуемой нами темы. Первый параграф второй главы называется «Исполнительские штрихи на балалайке-контрабас». Здесь мы обобщили существующие штрихи, уделив внимание особенностям их исполнения на нашем инструменте. Для звукоизвлечения используется специальный медиатор – кожаный или капролоновый. Кожаный, капролоновый.
Кожаный дает более мягкий звук, капролоновый более звонкий, но плоский. Медиатор можно по-разному располагать в ладони. Два ведущих исполнителя на балалайке контрабас. Наш коллега-профессионал Михаил Дзюдзе и Бронислав Семичев в Сибири используют разные технологии игры. Следующий слайд, пожалуйста. Необходимо отметить, что Михаил Юрьевич Дзюдзе впервые ввел игру стоя, объясняя это свободой в движениях, а также своим нагрузки на спину, неминуемо возникающей при игре сидя. Следующий слайд. Мы в своем выступлении на госэкзамене и выступлении, которое будет завтра на концерте, мы использовали классический способ, хотя, конечно, владеем и навыком лепесткового метода. Многие штрихи, использующиеся на других инструментах, с успехом можно исполнить на балалайке контрабас. Следующий слайд. Еще раз, пожалуйста. Сейчас попросим нашего коллегу Михаила. Михаил, можно вас продемонстрировать, помочь нам продемонстрировать основные штрихи? Для исполнения технически сложных, быстрых пассажей применяется более трудоемкий переменный штрих. При этом происходит чередование движений вниз-вверх. Пожалуйста. Тремоло – один из самых сложных штрихов. Будьте добры, следующий слайд. По сути своей, это быстро исполняемый переменный удар. Пожалуйста. Благодарю Михаила. Тремоло является имитацией непрерывного звучания при использовании смычка на симфоническом контрабасе. Этот штрих не просто качественно исполнить, сложность заключается в создании равномерности звучания при исполнении. В настоящее время, в связи с выведением балалайки контрабас на сольную позицию и проводя параллель с симфоническим оркестром, где каждый исполнитель имеет профильное образование по тому инструменту, на котором он играет, необходимо готовить профессиональных музыкантов-исполнителей на народных инструментах низкого регистра. Практически полностью отсутствует специальная методическая литература по обучению исполнительству на нашем инструменте. Обычно в оркестрах русских народных инструментах на балалайках контрабас работают исполнители, имеющие образование по другим инструментам, как, например, гитаристы, ну, как автор изначально. Однако, несмотря на это, в Сибири существует специально разработанная программа обучения на этом инструменте, и даже присутствуют дипломированные специалисты Бронислав Семичев и Алексей Стратан. Они прошли обучение по этой программе. Второй параграф второй главы посвящен репертуару для сольного исполнительства на балалайке контрабас. К сожалению, существует ничтожно малое количество оригинальных произведений для нашего инструмента. Мы в своей работе остро ощутили нехватку оригинального репертуара и поэтому вынуждены были лично адаптировать для балалайки контрабас произведения для смычкового контрабаса и бас-гитары. Одно из таких произведений, вариации на тему русской народной песни «Не было ветра», которую написал Иосиф Тамарин, скорее всего, для бас-гитары, было обнаружено произведение в сборнике Ариевича для бас-гитары, будет представлено завтра на гала-концерте. Вместе с тем наблюдается положительная тенденция, что современные композиторы начинают расширять коллекцию оригинального репертуара, создавая произведения специально для конкретных сольных исполнителей на балалайке контрабас. При этом удалось выяснить, что при написании композиторами транскрипции переложений для балалайки контрабас не имеет смысла имитировать исполнительские приемы других инструментов. В нашем исследовании представлены три оригинальных произведения, написанных непосредственно для балалайки контрабас. Это концерт для балалайки контрабас Борчунова, анализ которого в нашем исследовании мы проводили исключительно на слух.
в связи с отсутствием нотных партий. К сожалению, на данный момент мне не удалось обнаружить данный концерт, партитуру данного произведения. Произведение красивое, есть желание его исполнить вместе с оркестром. А также это влюбленный контрабас Андрея Тихомирова и полька-контрабас Евгения Петровича Дербенко, орловского композитора, с которым нам посчастливилось лично познакомиться в городе Орле. Следующий слайд, будьте добры. Цели и задачи приведенного нами исследования были выполнены и достигнуты, на основании чего сделаны следующие выводы. Поскольку балалайка-контрабас является основанием, фундаментальной частью оркестра русских народных инструментов, особенности исполнительства на этом инструменте должны раскрываться и надежно закрепляться в новых гранях и аспектах развития. Сейчас активно развивается ансамблевое исполнительство на русских народных инструментах, при этом существенной становится роль исполнителя на балалайке-контрабасе. Следующий слайд, пожалуйста. Нам видится широкая перспектива для творческого развития игры на балалайке-контрабас, в том числе и сольного исполнительства. Профессиональный подход в изучении инструмента позволит сформировать методическую базу и создать условия для подготовки высококлассных специалистов, музыкантов-исполнителей для оркестров, ансамблей, а возможно и сольного выступления. Следующий слайд, пожалуйста. Выступление окончено. Благодарю. Внимание. Готов ответить на вопросы. Частично материалы опубликованы на научно-практических конференциях в Севастополе, в Курске, в Донецке. Планируется дальнейшие разработки в данном направлении и развитие данной темы. Можем тоже публикацию, да? Буду рад. Благодарю. Хорошо, спасибо. Ну что же, мы благодарим Михаила Федоровича за спасибо. Его выступление. А сейчас солист Андреевского оркестра, лауреат международных конкурсов и руководитель ансамбля солистов Андреевского оркестра Сергей Александрович Федосеенко прочтет доклад на тему традиции исполнительства на балалайке-контрабас в Андреевском оркестре. Прошу вас. Рад приветствовать всех собравшихся. Спасибо. Хотел поблагодарить всех солистов, кто отозвался на приглашение Андреевского оркестра принять участие в таком мероприятии. У меня в первый день, да, когда мы читаем доклады, было два варианта, как построить свой доклад. Один был вариант, вот как Михаил поступил тоже. У меня есть работа, я когда выпускался из консерватории в 2009 году, писал нечто подобное. Второй был адаптировать это под сегодняшние дни, под сегодняшние реалии, потому что некоторые взгляды у меня и изменились, и я узнал другую информацию. Наверное, я все-таки пойду по второму сценарию, иначе мы слишком много где будем пересекаться, повторяться не хотелось бы. Значит, цель моего доклада будет раскрыть все-таки балалайку-контрабас с точки зрения особенностей исполнения на ней именно в Андреевском оркестре, с андреевскими тонкостями, нюансами и с отличием, да, в чем же оно есть, может быть, его и нету. Приятно, также отрадно то, что мы находимся в этом здании, и все это мероприятие здесь состоялось. Это имеет отношение непосредственно к Андрееву и к Андреевскому оркестру, и к тому, что творческая лаборатория Андреева продолжает искать и создавать новые элементы в музыке, да, как это делал и сам основатель оркестра. Значит, Андреев, когда создавал балалайку, он ее хотел, как говорят, одеть во фраг. То есть сделать ее из простонародной, придать ей черты академизма, чтобы можно было исполнять академическую музыку, вывести ее на большую сцену. Это было возможно сделать только при условии, что она пойдет как бы с помощью большой группы, да, ей будут помогать другие разновидности балалайки. Другого пути у него не было, так как были ученики, играть всем на одинаковых балалайках. Ну, уже Михаил упоминал о том, что были созданы разновидности балалайк и по сербским. И сначала было их там 8 человек, которые играли на одинаковых балалайках, потом сделали разновидности балалайки. Здесь вот в момент создания балалайки контрабас хочется упомянуть, в этом месте, да, моего доклада, хотелось бы упомянуть
тот момент, тот факт, что контрабас, который в симфоническом оркестре, симфонический контрабас, на сегодняшний день ему уже более 500 лет, да, его развитию. И только в начале 20 века, ну, порядка 1920 года, когда на первые позиции вышел джаз, когда появились виртуозы именно исполнения и джазовой музыки, и микрофоны появились, и инструменты у контрабасистов появилась возможность играть поодиночке, да, в ансамбле, в коллективе. Именно с тех пор как бы контрабас приобрел нечто стабильное и перестал видоизменяться, в том числе по количеству струн, по форме кузова, корпуса и грифа и так далее. Так как когда он появился, вот когда произошла реформа самой скрипки, балалайка и контрабас тоже пытались ее совершенствовать, изменять, добавлять струны и 3, и 5, и 6, и искали, и композиторы писали, и Гайден, и Батезини, и великие исполнители сочиняли для контрабаса. Но это все было точно так, как и для сегодня, на сегодняшний день для балалайки и контрабас эпизодическими, редкими случаями, и не всегда исполнялось в концертном репертуаре, то есть это было, не было такой постоянный концертный репертуар. Вот в 900-е годы уже исполнение на контрабасах стало постоянным, стабильным, и результатом было появление конкурсов и Кусевицкого, и в Америке множество конкурсов проходит, что является признаком стабильности и какое-то уже направление развития. Ту же самую историю можно проследить и в балалайке Андреева. Он, когда создал ее, за, ну, вот 100 лет, допустим, возьмем такой отрезок времени, Андреев умудрился за свою короткую жизнь, и мы, как продолжатели, да, мы сумели практически наверстать это отставание в развитии, в поиске приемов, в поиске. Это останавливаться на этом нельзя, но мы уже далеко сделали большой шаг. И во многом не уступаем, как Михаил тоже говорил, чтобы не пересекаться, просто упомяну, что и по звуковым характеристикам, и по материалам изготовления инструмента, и по приемам исполнения мы во многом ушли вперед и во многом приблизились и достойны того, чтобы выступать на большой сцене. Так, следующим моментом хотелось бы упомянуть такой факт, что в наше время, в 21 веке, контрабас, балалайка, контрабас, настолько исполнители осмелели, появилась техника, что захотелось играть сольно на контрабас, на балалайке контрабас. На контрабасах, которые изготовлялись в начале истории, это не всегда возможно, и посему изготовляются современные, в которых и количество ладов другое, и кузов сделан немножко по-другому, чтобы появилась свобода исполнения. Это я все рассказываю к тому, что это все как бы составные элементы того, что Андреев заложил, и то, что происходит сегодня, к чему мы идем. И вот из простой аккомпанирующей балалайки, эта балалайка-контрабас сегодня идет вперед, и скоро уже, я думаю, будет достаточно написано сочинений, чтобы исполнять и сольные концерты, и выступать с оркестрами и так далее. Значит, так, это я сказал. Значит, так. Значит, по поводу именно уже непосредственного контрабаса в Андреевском оркестре. С момента своего появления Андреевский оркестр два раза переживал сложные периоды своей истории. Это после смерти Василия Васильевича, когда пошатнулся состав и появилось много оркестров по образцу Андреева, и появились новые руководители, и Фомин продолжил его дело, и был сложный период. И тогда же появился, благодаря Троиновскому и Алексееву, оркестр в Москве. И второй момент, второй как бы чертой было, это Вторая мировая война, когда, собственно, и инструменты были потеряны, много инструментов было эвакуировано, много было потеряно, и репертуар, и сами артисты, к сожалению, ушли. Это я все рассказываю с той целью, чтобы вы поняли, что передача традиции исполнения, как играли в самом начале и как играют сейчас,
могла прерваться, но благодаря тому, что артисты оркестра сохраняли стойкость и все время заботились, собственно, до сегодняшнего дня, у нас цель у Андреевского оркестра такая же, как и была раньше. Это академическое исполнение, академическое исполнительство, выступление с академическим репертуаром на больших сценах, пропаганда балалайки как академического инструмента и забота о качестве звучания, как в целом оркестра, так и конкретно балалайки и контрабас. Каким путем это достигается и что изменилось, а что сохранилось? Значит, когда я приехал в Петербург и стал искать, ну, я всегда интересовался балалайкой и контрабас, но вот когда я приехал в Петербург и стал искать, у кого поучиться, кто может подсказать, как двигаться дальше. И судьба меня свела с Андреевским оркестром. В Андреевском оркестре концертмейстер группы «Контрабас» Баби Владимир Иванович очень четко обозначил, как играют на балалайке «Контрабас» в Андреевском оркестре и как наилучшим образом достичь качественного звучания. Весовая игра, меньше треска. И он, интересный момент, сказал, что чтобы играть в Андреевском оркестре, ты должен играть именно так. Я считаю, в этом есть и плюс, и минус. Потому что, когда мы выбираем прием, способ звукоизвлечения, мы отталкиваемся от многих факторов, включая и длину пальцев, и силу рук, и многое. Но благодаря этому сохраняется одно единое целое. То есть мы заботимся о звуке все одинаково, у нас есть какое-то единое представление о звуковых характеристиках, и у нас есть единое представление о способе звукоизвлечения. Здесь вот я, наверное, как раз уйду в сторону и смогу нечто новое сказать по сравнению с тем, что Михаил сказал. Значит, именно уже в понимании того, как это выглядит в Андреевском оркестре. Значит, на сегодняшний день, как уже было отмечено предыдущим докладчиком, нету четкой сформировавшейся школы. Ну, как я понимаю, скоро появятся школы. Но на сегодняшний день пока нет. Все передается с рук, все передается от одного исполнителя другому, каждый высказывает, как ему нравится, следующий подбирает. Все-таки я считаю, что в Андреевском оркестре можно сказать, что есть некое подобие школы. Конечно, передача идет с рук, но все играют приблизительно одинаково, у всех одинаковые цели. И понимание, вот, как работать с инструментом, у нас все-таки схоже. Значит, что я считаю важным в понимании того, именно вот, что такое школа? Здесь важна передача, вот то, что я несколько раз уже упомянул, еще раз, адаптация и передача навыка игры на инструменте, чтобы у всех было понимание, что хочет концертмейстер и как он это делает. То есть это совпадение мнений, чтобы все мыслили одинаково. Ну и посадка, в принципе, у нас вот мы сидя играем, стоя играем, в оркестре мы играем сидя. В принципе, все играют одинаково, но я вот иногда замечаю, что в других коллективах даже удержание инструмента при игре сидя несколько отличается. Никто не играет, допустим, интересный факт такой, в оркестре Андреева играют два контрабасиста за одним пультом. Я, по крайней мере, такого не встречал в других коллективах. Это тоже влияет на именно на посадку и чувство плеча, когда вы исполняете. Значит, по поводу самого звукоизвлечения, то, что я говорил, здесь важную роль сыграла долгая, многолетняя работа на радиокомитете. Когда я спрашиваю у старожил оркестра, почему вот именно так играем, они отвечают, для радио нам необходимо было именно такое звукоизвлечение. Сегодняшний день, я считаю, это наиболее оптимальным способом звукоизвлечения. Теперь перейдем непосредственно к тому, как играют в Андреевском оркестре на балалайке контрабас и чем отличие. Значит, на балалайке контрабас, я вот тут сделал несколько слайдов, Глаш, можно? Значит, я сфотографировал медиаторы, которые сумел найти. Там медиаторы различных исполнителей, они, единственное, нет квадратного, который показывал Михаил. Вот квадратного я не нашел, не встречал. Я встречал вот под цифрой 2 медиатора, это такой, которым играют в Осиповском оркестре. И 4 и 5, это которые играют у нас. А можно еще там следующий, где все вместе, там 5, еще дальше.
Вот они по размеру все видно, да? Третий и четвертый, самые маленькие. Вот это вот медиаторы, которыми играют в Андреевском оркестре, самыми небольшого размера. И это про медиаторы, да? Это позволяет удерживать медиатор несколько иначе, что дает лично мне в процессе поиска. Я играл всеми медиаторами, абсолютно всеми переиграл значительное количество времени. Могу сказать, что этот медиатор позволяет исполнять тремоло наиболее долго, наиболее качественно и не теряя струну, что у меня не получилось, например, на остальных. И я наблюдаю иногда за другими исполнителями, которые недостаточно четко выполняют, получается у них удержать струну. Но это сугубо индивидуально. Я просто, когда преподавал в консерватории, писал программу, именно на это я делал упор, что мы играем как в Андреевском оркестре, у нас и удержание медиатора такое, и мы с вами должны удерживать инструмент именно так, как удерживают его в Андреевском оркестре, то есть спина и весь корпус должен быть свободным. Вот то, что говорилось уже, не всегда получается, а на это уделяется особое внимание. По поводу студентов в консерваториях. На самом деле студенты высших учебных заведений, на самом деле выпускники есть, прецеденты есть по всей России, но это единичные, конечно, случаи, единичные исполнители, не все остаются потом в деле. Конечно, хотелось бы, чтобы это приобрело систематический характер. С появлением нескольких школ, работа в Сибири ведется прекрасно, там очень много исполнителей, там очень много репертуара, большое количество, там это все движется. Будем надеяться, что у нас это все пойдет вперед. Вот, мы будем стараться изо всех сил двигать это все дело вперед. Я не буду больше задерживать внимание ваше, позволю другим высказаться. Но хотел бы отметить, что в Андреевском оркестре всегда рады видеть гостей, всегда рады, когда приезжают исполнители на любых инструментах. В данном случае мы выбрали домру, бас и балайку, контрабас. Рады поделиться опытом, рады поиграть вместе, рады послушать друг друга. Может быть, в выступлениях других будет та истина, которую мы искали и сами не могли найти. Собственно, на этом спасибо большое. Я вас благодарю. Я уложился в регламент. Ну что же, спасибо, Сергей Александрович, за ваше интересное выступление. И я приглашаю к микрофону заслуженного артиста России, музыканта, который первым перевел балайку-контрабас в ранг солирующего инструмента, доцента Санкт-Петербургского государственного института культуры Михаила Юрьевича Дзюдзе. Тема доклада – перспективы развития соло-контрабас-балалайки. Так, ну я начну с того, что вот тут уже сказано было, что это инструмент, который был создан в недрах оркестра Андреевым, существовал там много лет и успешно. И, наверное, вот в этом контексте стоит сказать сразу, что, наверное, наш инструмент проходит какую-то определенную стадию эволюции. Как проходили эти стадии, различные стадии, все другие инструменты, я имею в виду симфонического оркестра. Но так как история тех инструментов достаточно долгая и длинная, то мы еще очень маленькие, можно сказать. Прошло очень мало времени, наверное, для инструментов это не срок, как говорится, но практически 100 лет, будем говорить, существует инструмент. Это мало. Вот. Но, наверное, действительно, вот в наше время уже стоит говорить о том, что инструмент на наших глазах становится действительно сольным. И здесь возникает масса проблем. Во-первых, у нас для того, чтобы обозначить эти проблемы, нам все равно придется все-таки вернуться в систему образования, все равно, потому что у нас наш инструмент, контрабас-балалайка, никогда, так как он никогда не рассматривался как сольный, он и не преподавался как сольный. Я имею в виду,
с музыкальных школ, потому что, в принципе, можно преподавать уже в музыкальной школе на основе бас-балалайки уже. Ну, я понимаю, что дети маленькие. И преподавать этот инструмент уже начинать можно с музыкальной школы. В том смысле, что нету ни одного выращенного ученика с детских музыкальных школ до взрослого возраста на этом инструменте. У нас все перебежчики, у нас все с других инструментов. И когда сталкиваешься на мастер-классах, да, я очень много даю мастер-классов в разных городах, и когда приходят ребята, то приходится, ломать руки. За короткое время руки не переломаешь, но что-то дать такое, что полезно, стараюсь, чтобы все-таки на этом инструменте можно было играть и вообще нужно играть. А люди приходят с разных инструментов, с разными руками, с разными навыками, и гитаристы с огромными ногтями, значит, и так далее. То есть нет, мы не в системе образования. Если говорить про систему образования, мы не в системе. Если все народные, остальные народные инструменты существуют в этой системе, существуют давно, существуют методики разработанные, существует уже опыт. И каждый из этих музыкантов воспитывается, помимо того, чтобы играть в дальнейшем в народном оркестре, как солист. Потому что все они солируют, все, даже люди, музыканты, играющие в оркестре, они периодически выходят и выступают соло. У нас до недавнего времени это было крайне редко, сейчас тенденция, на мой взгляд, оживилась. Это прекрасно. Вот. Но мы подходим к той самой главной, что ли, проблеме, да, перспективы развития сольного инструмента. Это в этом контексте, да, в том смысле, что трудно человеку, трудно музыканту, который решил стать сольным исполнителем на этом инструменте, выступать и выдержать два отделения сольных с оркестром в большом зале, как он при большом стечении народа, да. Вот. Очень сложно. И опять же, почему? Потому что, ну, именно потому, о чем я сейчас говорил. Нету четкого конкретного образования, нет методического, которое бы позволило нам выращивать, так скажем, профессионалов с самого детства. Вот. И здесь я хочу остановиться все-таки на том, что понятно, что востребован какие-то материалы, какой-то методический материал. Я сейчас пишу школу игры на контрабас-балалайке, свою школу, основываясь на своем опыте, на своем знании этого инструмента. И, конечно же, так как я когда-то закончил Ленинградскую консерваторию на симфоническом контрабасе, я привношу и тот опыт того инструмента на этот инструмент. Вот. И там все, это мой личный взгляд на эти вещи, это мой личный опыт, и там и звукоизвлечение, и, ну, школа сейчас в процессе написания, и вот, кстати, вот Антон Манкевич, мой ученик и выпускник Института культуры, мне очень много помогает в этом, и, ну, практически является моим ассистентом, вот, и процесс идет очень активно, очень интересно, и там, конечно, будут именно мои личные навыки, которые я использую сам на инструменте, и которые мне, кстати, позволяют выдерживать два отделения серьезной, сложной музыки на этом инструменте. Причем я сразу хочу оговориться, что идет речь о акустическом инструменте, потому что сейчас все увлекаются подзвучкой, я тоже подзвучиваю на концертах инструмент, безусловно, потому что он очень глухой, и в звучании с оркестром иногда плохо слышно в больших залах. Приходится подзвучивать, но обучение должно быть и в хороших камерных залах с небольшими камерными составами можно и нужно играть. Ну, тут еще проблема инструментов, конечно, самих инструментов мало хороших, это мы знаем, это другая, как бы, проблема. Нужно учиться и играть акустически. Для этого нужен хороший звук, для этого нужна хорошая правильная постановка. И вот именно это, на мой взгляд, и этого и не хватает многим музыкантам. Вторая
проблемы, как бы, она не вторая, их много на самом деле. Проблемы репертуара, как говорили, да, когда стал вопрос, кстати, я должен сказать, что Фоченко Юрий Михайлович когда-то мне дал первое произведение, которое я увидел и решил сыграть на контрабас балалайке, это дал он. Мне это была Астория для Басовой Домры. И он сказал, на, бери и играй на контрабас балалайке. Я говорю, а как это так? А он говорит, а вот так. И вот с тех пор пошла история моя личное сольного исполнительства. Вот, спасибо ему огромное, благодарность. Но на самом деле существует проблема репертуара, и репертуара именно не переложений каких-то известных авторов, произведений с других инструментов, а именно оригинального репертуара. Его на самом деле мало. Я всячески, как могу, и своим примером, и своим, своими беседами, разговорами, принуждениями композиторов обратить внимание на этот инструмент и написать оригинальные конкретные произведения для контрабас-балалайки. Не безуспешно, потому что на сегодняшний день уже есть прекрасная музыка, написанная замечательными нашими композиторами, и Александр Цыганков, и Сергей Евтушенко, и Антон Танонов, и Евгений Петров, и Кузьма Бодров, я ему сейчас уже не первый год агитирую, и вот Александр Чайковский, я не знаю, может быть, все-таки я его уговорю. То есть всех лучших композиторов, которые существуют на сегодняшний день, и которых даже я знаю и не знаю, может быть, я всех агитирую обратить внимание на этот инструмент и писать музыку. Инструмент сложный, с одной стороны, но с другой стороны, те тембры, которые новые, как бы, которые появляются, эти возможности звуковые, они очень интересны для композиторов. И мы вот в рамках школы Башмета на композиторском департаменте с Александром Чайковским и его как бы воспитанниками очень много беседовали, и я им показывал этот инструмент, причем там с разных стран очень интересные ребята, всякие сумасшедшие композиторы, очень, как всегда, не все сумасшедшие немножечко. Вот, они были очень заинтересованы, и это для них как какой-то своеобразный эксперимент. Вот, поэтому нужен репертуар, прежде всего. Нет репертуара, нет сольного инструмента. Вот, и, ну, в дальнейшем, конечно, ну, это, наверное, общее... тенденция, общая проблема. Я, кстати, хочу сказать, что вот, к моему сожалению, во многих городах, где я выступаю, я стараюсь читать мастер-классы бесплатно, без всяких денег, просто для тех ребят, тех учеников каких-то музыкальных вузов и училищ, стараюсь читать мастер-классы, но, к сожалению, есть такие города, где есть народные оркестры и нету контрабас-балалайки в оркестре. Это не хорошая тенденция, это, на мой взгляд, очень плохой знак, потому что инструмент таким образом начинает вымываться из состава русского народного оркестра, это неправильно. Вот. Поэтому это еще одна из причин, которая заставляет нас задуматься и обратить внимание на эту проблему. Вот. Ну и как бы такая общая наша проблема – это востребованность. Очень сложно, очень трудно объяснить дирижерам и организаторам концертов, да, вот и филармониям в некоторых городах, почему это надо делать, почему надо играть с контрабасом, контрабас-балалайкой, с оркестром, зачем и как. Потому что когда дирижер слышит, что, допустим, это сольный инструмент, контрабас-балалайка, сама фраза, его настораживает. Как это сольный инструмент, как это с оркестром, как это прозвучит, это не прозвучит. И начинается масса сомнений, которые потом в результате развеются, когда это все происходит, после концерта. Вот. И та проблема востребованности, которая у нас есть, это, конечно, она не нова, это отдельный вообще разговор на эту тему, но это, конечно, тоже... Нам, наверное, тяжелее, чем остальным, потому что нам приходится доказывать, если что такое сольная домра, что такое сольная балалайка и баян, все
худо, бедно, но все-таки представляют на просторах нашей огромной страны и за рубежом, то, что такое контрабас, балалайка, соло с оркестром, вызывает отрыбь такую. И это, конечно, плохо, это неправильно, опять же повторюсь. Вот, это так. Вот в двух словах то, что я хотел сказать по поводу, еще раз вернусь к школе, там будет прописаны очень подробно все детали, все способы игры и про медиатор, и про сам инструмент, и про его держание, и про звукоизвлечение. И вот прекрасно сказали, да, что теперь многие, почти все с удовольствием вижу, что играют стоя. Я бы на самом деле и в оркестрах поднял бы контрабасистов. И вот в Казани, у Шутикова, они играют, ребята играют не стоя, но они на таких высоких контрабасовых стульях. И они выглядят, во-первых, очень красиво. Это такая батарея, там штук 8 их. Они вот так вот сидят на таким... Далее, крупная такая калиберная артиллерия, вот, во-первых. Во-вторых, у них они видны и слышны лучше, и дирижер виднее, потому что, как правило, в оркестрах контрабасисты сидят далеко сзади, и в задних рядах, и им плохо видно дирижера, и дирижера не видит. А тут все ясно, понятно, четко, и мне очень понравилось. Я был в восторге просто. Вот. И, но еще, кстати, добавлю все-таки, что во многих, опять же, городах, во многих оркестрах есть интерес, есть исполнители на сольных контрабасах, они выходят, исполняют. Это орден мужества дать надо таким музыкантам, мне кажется, потому что они выходят, делают этот подвиг, можно сказать, музыкантский. Вот. И, но еще раз повторюсь, два отделения серьезной, сложной, технически сложной музыки выдержать очень-очень-очень тяжело. Поэтому мы неминуемо упираемся в образование. Вот все, что я на это могу сказать. Если какие-то вопросы, потом можно... Спасибо. Да, спасибо, Михаил Юрьевич, за обозначение такой действительно очень важной темы. Сейчас я прошу подойти к микрофону заслуженного работника культуры России, профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории Владимира Николаевича Конова. Тема доклада – басовые инструменты русского оркестра в композиторском творчестве. Добрый вечер. Ну, я, во-первых, хочу... поблагодарить организаторов, то, что такой фестиваль организован. Действительно, тема интересная, и она становится актуальной. А второе, то, что вы, ученики, помните Игоря Михайловича Фоченко. Вот я бы хотел немножко отступить от этого официоза, но первое попросить за счет сэкономленного времени Сережи и Миши. Я буду не столько говорить, я хочу вас познакомить с музыкой, которую вы не знаете. Ну, познакомить вас с музыкой, и поэтому вот это время уйдет на прослушивание, может быть, музыки. Но сначала бы, вот чем дольше ты живешь, и на седьмом десятке лет понимаешь, сколько людей уходит, и грустно вспоминаешь слова Чайковского, который... Римского-Корсакова вспоминаешь, когда умер Чайковский, Римский-Корсаков сказал, ну вот я остался и один, потому что все его кучкисты, они, те, которые были с ним, они ушли. И вот я хочу вам сейчас из личного архива, с Игорем Михайловичем 30 лет мы дружили, мы, всякое было, даже ссорились, но прощали все друг другу. Человек был светлый, и я... просто хочу без музыки всего 2 минуты посмотреть на этого человека с другой стороны. Ни профессора, ни артиста, ни учителя, а вот просто как мы жили. Пожалуйста, Фоченко, вот этот фильм. Thank you.
Светлая память этому светлому человеку, так и хочется сказать, гиб-гиб, ура, в его честь. Это его, ну, мы как называли между собой на кафедрах, в институте, в училище, когда это был золотой голос России. Гиб-гиб, ура, не лучше никто не делал. Ну, теперь конкретно к теме. Дело в том, что Миша не назвал еще, у нас в союзе Лиза Панченко написала для контрабаса сочинение. Вообще, если говорить о репертуаре, очень хорошее название – «Новая жизнь басовых инструментов». По сути, «Новая жизнь» – здесь надо уточнение сделать, приоритет какой. Вот когда говорят «четырехструнный басовый домр» делает четырехструнный контрабас, я не принимаю мотивацию, что это для того, что удобнее играть классику. Нет. «Новая жизнь» любого инструмента, она будет в его оригинальном репертуаре, о чем мы говорили с предыдущим выступающим, в оригинальном репертуаре. И на сегодняшний день и в педагогике новая жизнь может быть только при создании определенных классов. Вот Мила у нас первая закончила по басовой домре. По-моему, до вас никто в училище не заканчивал по басовой домре. У меня ряд ребят закончили Институт культуры по контрабасу. Андрей Антипов. Но вот посмотрите, раритетная книжка, 59-й год, школа на пильщиков, школы игры на басовой домре. Больше ничего подобного у нас не выходило. 59 прошло, значит, почти, ну, скажем так, полвека, и ничего нет. Поэтому задача тех, кто занимается этими инструментами, чтобы обратить на это внимание, пишите школы, очень хорошо. Я знаю, что Звиндзинский пытался, или пишет школу, он что-то, да. И здесь, конечно, с точки зрения общего подхода, это наше общее должно быть. Наш круг узок, но тем не менее, все-таки этот инструмент вышел за рамки оркестрового инструмента. И, конечно, игра в группе, Сергей правильно сказал, игра в группе – это одно. Это подчинение единому дыханию, единому штриху. Игра солиста – это другое. Это другое. Вот, к сожалению, вот второй снимок, вот, только в 1986 году, Соболев, пожалуйста, вышла пластинка. Я ее, кстати, подарил Игорю Михайловичу. Вот Соболев в 1986 году записал пластинку, следующий файл в этой же. Вот. Анатолий Соболев в Осиповском оркестре работал, в оркестре руководил оркестром, значит, Узыкина, Россия. И вот он записал здесь диск, и у него записан впервые, мы услышали полет шмеля над басовой домре. И записал ряд сочинений для басовой домры. К сожалению, оригинальных сочинений на тот момент тоже не было. Это все обращение, переложение классики. И следующий. Ну, эта пластинка, кстати, была записана, она была на нашем, на ленинградском отделении мелодии. Спасибо. Говоря об Игоре Михайловиче, я сегодня, вы знаете, написан у меня триптих на стихи Рубцова, посвящен Игорю Михайловичу. Написан он был при жизни Игоря Михайловича. Он попросил написать, у него ученики были, я написал этот триптих по прочтению стихов Рубцова. Ну, потом вы почитаете в буклете, я вынес стихи Рубцова. Но еще есть одни стихи Рубцова. Я сейчас хочу попрошу послушать этот триптих. Не ради себя любимого, сейчас, секундочку, а он посвящен Игорю Михайловичу. И он при жизни, многие ребята его играли. Он ему очень нравился. Вот. И я сейчас его немножко переписываю, но основная тема, вот, она вот потом, когда он ушел, я посвятил ему, и там как раз вот мысль: отложу свою скудную пищу и отправлюсь на вечный покой. Пусть меня еще помнят и любят над моей одинокой рекой. Вот река Нева, ученики его помнят. И вот этот, ну, я бы хотел, чтобы вы его послушали для басовой домры. Исполняет Дарья Федорова. Она заканчивала у меня Институт культуры.
сейчас... Спасибо. Сейчас я хочу вас познакомить с музыкой композитора, который живет в Крыму. Это как мой учитель, он был, когда была Украина, он был член Ассоциации композиторов Украины, сейчас он живет в Крыму, и один из его учеников, Леонид Шуберт, концертмейстер группы басовых Осиповского оркестра, и вот Станислав Филиппович написал для осиповцев ряд сочинений. Это миниатюра, очень интересная, которую бы я хотел, чтобы вы услышали. Почему? Потому что, допустим, Евгений Жилинский у нас пишет, это в Ютубе есть, есть сочинения тех, кого мы можем. Этого нет, вот мне диск подарен, диск у осиповцев, может быть, в Андреевском оркестре будет такая же идея возникнет. У осиповцев есть очень хороший ансамбль басовых домр. Очень интересный ансамбль. И вот Станислав Филиппович написал ряд сочинений интересных. И вот Панин, московский композитор, у него есть сочинение для басовой домры и домры пикколо. Станислав Филиппович написал «Заводной воробей» для басовой домры и домры пикколо. Почему я говорю? Ноты есть. Станислав Филиппович с удовольствием будет рад, если будет это играться, потому что москвичи играют, в Питере это неизвестно, а ему 80, уже за 80 лет. И человек он очень активный, мы с ним переписываемся. Вот, пожалуйста, веселая прогулка, ансамбль басовых домр. Там басовые домры до контрабаса. Thank you.
очень мне нравится у нее такая пьеска «Интермеццо». Серьезные пьесы такие характера Кантилинова, и у него написан в рамках «Невозможно показать» концерт для басовой домбры с оркестром. Есть партитура, да, я тоже его играла на выпускном экзамене. И вот в конце хочу следующее сказать, что сакцентировать внимание, что можно собирать ансамбли «Домру», у нас тоже прекрасный ансамбль «Домру Шкрипко», ну, сейчас он существует, не знаю, но смысл в чем? Опираясь на классику, нужно все-таки правильно трясти композиторов, чтобы они что-то писали, и я сейчас вот, у меня вынашивается мысль написать, то есть она наброски есть, но в руки не доходит. Пьеса называется «Битва титанов». Для балалайки контрабас, тубы и симфонического контрабаса. Посмотреть в сравнении, ну, партитура такая, что сначала они все борются, добиваются скрипку, хотят, но потом появляется балалайка прима с контрабасом уходит, а туба с флейтой пикколой. В общем, такая вот идея есть. И в самом конце... Да, в самом конце... Да, идея шикарная, я думаю, что я ее... Если сейчас вот у нас на карантин уйдем, я думаю, будет время, я напишу. И еще один момент, который бы я хотел в отношении педагогики. Когда будете писать школы, поскольку я уже лет так 40 читаю методику, 33 года только в училище методику, я хотел бы обратиться к формулировкам. Дело в том, что вот сегодня прозвучали термины «штрихи на контрабасе», «способы и приемы игры». Пожалуйста, к этому относитесь внимательно. Да, есть такое понятие «штриховая игра на народных инструментах», но не нужно путать штрихи и приемы игры. Тремоло – это не штрих, тремоло – это прием игры. Потому что штрихи у нас легато, стаккато, нон легато, и на тремоло можно сыграть приемом тремоло, можно сыграть любой штрих. А вот сегодня не прозвучала, например, штриховая игра, такая как понятие именно русских народных инструментов, введенное со времен Андреева, введена терминология штриховая, как дубль-штрих, когда у нас идет дубль удары. Да? И вот поэтому у меня просьба к вам, когда вы будете формулировать вот эти моменты, это очень важно, потому что у нас путаница идет очень большая. Прием игры, штрих игры и способ. Способы существовали до такого. Способ игры – это тоже еще не прием игры. Способы существовали в Древней Руси, там, когда мы читаем, Якоб Штеле написывает, играли ударами, но это не был еще прием бряцания. Поэтому вот здесь вот эту вот закономерность, пожалуйста, методически напишите правильно, иначе будет путаница. Спасибо. Добрый, вот эта школа, которую вы продемонстрировали, как-то можно у вас ее попросить хотя бы на время? Ну да, это школа Пильщикова, которую мне подарил, кстати сказать, мы с ним сделали, так сказать, обмен. Я ему подарил пластинку Соболева, а он мне подарил вот эту школу, кстати сказать. Тогда, когда он мне подарил, у нас не было еще, это до того, как вы
И вот, да, это Игорь Михайлович мне подарил школу пильщиков. Да, пожалуйста, я вам дам на какое-то время, а там потом... Ну, не потеряйте, потому что их больше нету, даже в библиотеке. Ну, вот она вам попалась. Да, еще спасибо вам огромное, что вы разбавили так мудро музыкой и видео рядом. Да, огромное вам спасибо. И я вам хочу официально предложить от имени Андреевского оркестра, чтобы вы к следующему нашему фестивалю, вы и вот Станислав Филиппович, пару произведений мы готовы с вами поговорить с вами для оркестра и вот басовых инструментов. Тем более у вас такие идеи оригинальные, когда даже контрабасист стал говорить, а контрабас-то с кем? Контрабас с кем? Ну, скрипкой или с примой, да. Уходит в вашем произведении. Да, да, спасибо. Я просто хочу сказать, что вот этот триптих я сейчас переписываю, и если у нас «Петербургская весна» состоится с Поповским оркестром, вот я хочу, чтобы девочки сыграли, может быть, я их... Вот. А Станислав Филиппович с удовольствием приедет. Ему, да? 80 с лишним лет, но я ему передам. Вот и я вам официально говорю, что давайте напишем, поговорим с вами. У него концерт для басовой домбры. Вот можете сыграть с оркестром. Партитуру я дам очень прекрасно. Хорошую. Давайте. Спасибо. Да, да. Так что огромное спасибо. Видите, польза уже, что мы сразу услышали, что вы наш клиент, наш человек. Да, еще раз спасибо Владимиру Николаевичу за воспоминания теплые, добрые, за вот эту музыкальную интермедию. А следующий докладчик – это солистка Андреевского оркестра, лауреат международных конкурсов, член Союза концертных деятелей Людмила Владимировна Николаева. И вы услышите доклад на тему «Традиции и перспективы развития исполнительства на басовой домре». Добрый день, дорогие друзья. Благодарю вас, что вы приехали в Санкт-Петербург. Слово «коронавирус» мы не будем произносить, но оно витает в воздухе. Но, тем не менее, из разных городов с риском не вернуться обратно, как я понимаю. У нас есть гости из Витебска. Беларусь закрыта. Но вы у нас. Мы вам благодарны. Оставайтесь, мы вам рады. Хочется поговорить о многих аспектах, относящихся к вопросам исполнительства именно на басовой домбре. Мы сейчас услышали интереснейшие доклады. Это была речь шла о балалайке контрабас. Мой инструмент – это басовая домбра. Я начала на ней как басовая домбристка заниматься достаточно давно. Это был еще 88 или 89 год. И именно Игорь Михайлович Воченко поддержал мою такую инициативу. Третьей курсницы училища имени Римского-Корсакова, взять басовую домбру, и так я на ней заканчивала. Правда, у меня была и малая басовая домбра. По-моему, по сей день нет такой специальности: альтовая домбра, басовая домбра. Есть домбра, да? Вот домбра. Да. И я заканчивала на двух инструментах училище, на двух же я поступала в консерваторию. Играла три произведения на малой, клала. Брала басовую, два произведения на басовую. Но в консерватории уже Иван Иванович Шитенков мне сказал, что да, только басовая. И как басовая домбристка я закончила консерваторию. Поэтому инструмент мне этот очень дорог, очень близок, очень удобен, любим мною. И Игорь Михайлович, он поддержал, вот опять-таки поклон ему за то, что он поддержал. Это мой выбор. А по поводу басовой домбры. Мне бы хотелось условно свой доклад поделить на несколько частей. На чем мы играем, как играем, что играем. И есть еще один момент, на который выступит сообщением, но это уже скажу не я, Константин Адольфович Шаханов, как нас услышать. На чем мы играем? Басовая домбра введена Андреевым, вернее, как сказать, она не введена в оркестр, а при появлении альтовой басовой домбры ансамбль Балашников стал великорусским оркестром, да, малая альтовая басовая домбра. Это произошло в 1896 году. И в Андреевском оркестре сохранились инструменты практически тех лет. То есть то, что делал Налимов, то, что позже делал Галинис, именно на этих инструментах мы играем, потому что, как правильно сказали уже коллеги, новых инструментов мало. Мы играем на том, что нам досталось от старых мастеров. К сожалению, с течением времени басовые домры теряют свои деки. Крупный размер инструмента, тонкое дерево деки,
она рассыпается, появляются трещины, их приходится менять. То есть как звучали эти инструменты тогда и как они звучат сейчас, наверное, есть в этом разница. Но, тем не менее, мы играем на них. В Андреевском окресте, по крайней мере, это так. И еще что хочу сказать, тройструнная басовая домбра, традиционная, она прекрасна в оркестре, в ансамбле, но если мы начинаем говорить о сольном исполнительстве, я могу говорить только о своем мнении. Да? Мое мнение таково, что нам не хватает, конечно, диапазона. То есть мы не можем выйти выше каких-то определенных, где уже после ноты ми, фа, уже это не звучит так, как оно должно было бы звучать, и мы очень ограничены в своем... своих возможностях. А как путь решения я... хочу продемонстрировать то, что пришло... не могу сказать, что это мне пришло в голову, но вот реализованный проект – это четырехструнная басовая домбра с квартовым строем, с добавленной сверху струной соль. То есть то, что мы имеем ми-ля-ре, еще соль. Вот здесь уже становится гораздо лучше нам, мне. Удобнее тут есть ноты, которые... И мы доходим до ре второй октавы. Расширяется диапазон, удобно исполнять приложение. Мы много играем приложений, эта проблема уже была озвучена, мало произведений, инструмент развивается репертуаром. И, ну, опять же, мы находимся в начале пути, совершенно правильно. Михаил Юрьевич сказал, что нашим инструментам очень мало лет, они очень молоды. И по сравнению со струнными инструментами симфонического оркестра мы еще только-только развиваемся. Я считаю, мы имеем право ставить струны дополнительные, искать возможности расширять репертуар, обращаться к композиторам за помощью, Владимир Николаевич, за новыми произведениями, вот, вот такие инструменты. Что касается того, как мы играем. Совершенно верно, повторюсь еще раз, это будет повторение уже высказанной мысли, нет школы, и никто не учит специалистов в средних, высших учебных заведениях, может быть, потому что некому учить, да? Все наши наставники – это малые домбристы, это балалаечники. Они знают свой инструмент, они прекрасные музыканты, они нам помогут как музыкантам, но они нам не могут помочь как... это технически воплощать. Поэтому, я считаю, мне лично повезло, что именно на первом курсе консерватории я оказалась в оркестре имени Андреева, и концертмейстер группы басовых домбр, сейчас его уже нет в живых, Иван Сергеевич Волков, передал мне вот те самые традиции, как должна играть басо, как должен звучать инструмент, как должен играть басовый домбрист, чтобы это было звучание группы. Слитное, совершенно правильно то, что сейчас только что сказал Сергей Александрович Федосеенко, концертмейстер, это наш наставник, наш учитель. И по поводу этого, что я хочу сказать, как играют в Андреевском оркестре. За свои 30 лет, уже почти, практически все время я вижу одно и то же. Когда приходит домбрист, малый или альтовый, приходится ломать руки, да, да, Михаил Юрьевич, это так. И не каждый согласен на это, потому что это уже человек, который закончил консерваторию, он не считает нужным что-то менять, он уже себя ощущает специалистом, а ему тут говорят, ты не так играешь, медиатор как-то не так, что-то тут скребет, что-то стучит, давай по-другому. Это сложный момент. И потом еще не каждая, тут еще физика важна, тут важна сама структура руки. Не каждая рука может держать струну. Много факторов. Поэтому, конечно, очень бы хотелось поменять эту ситуацию. И работа над школой игры басовой домбры в Андреевском оркестре тоже ведется с моим, нашим концертмейстером Анатолием Ивановичем Бусленко. Мы над этим работаем. И почему я так заинтересовалась этой школой? Спасибо вам. Я думаю, что с Владимиром Николаевичем мы тоже, если вы нам нас поддержите в каких-то моментах чисто методологических, будем очень благодарны в этой работе. Не буду, наверное, или могу немножко подробнее остановиться, что хочет Андреевский, что в Андреевском оркестре традиционно для басового домбриста. Мы крайне негативно относимся вот этой кистевой игре. Это то, что у нас в Петербурге школа Ставицкого, да, как нас учили, только кисточка, мягенько.
Малая альтовая домбра, альтовая уже меньше, малая, да. На басовой нет, невозможно играть кистью без стука, без скрежета. Вот присутствующие басовые домбристы подтвердят, мы должны играть все-таки рукой, предплечьем, и даже это вес руки, даже плечо, все участвует, но вот не это. Что мы играем, да, да, репертуар. Если вспоминать историю, то первое исполнение соло на басовой домбре с оркестром произошло еще в 1907 году. С оркестром под управлением Насонова выступил, не знаю имени, было найдено только не мной, Верой Махан, С. Лукич, как его звали, не знаю, ну вот Лукич или Лукич, фамилия так. Он исполнял, конечно же, переложение, фантазию на мотивы из оперы «Жизнь царя Глинки» и «Анданте кантабиле» Кёллер, композитор. Это было исполнено еще, напомню, в 1907 году. То есть довольно давно уже люди начинали пробовать. Ну и обработки русских песен, переложения классики, да, то, что звучало. Первое оригинальное произведение для домбры, если я не ошибаюсь, для басовой, это София Губайдуллина в 1977 году по мотивам татарского фольклора. У нее циклы для 5 произведений для малой есть, для альтовой, и 5 произведений для басовой, то, что было оригинальное. Есть сейчас, слава богу, вот Владимир Николаевич, его учитель, произведение для басовой, Евгений Жилинский, «Мрачноватая ронда», Вячеслав Круглик, ну, у него в составе ансамбля «Маша и Медведи», он тоже там басовая домбра как солирующая. Инструмент развивается репертуаром, нам без вас никак, призываем обратить на нас внимание, на нас басовые. Я хочу сказать, когда я Василий показал это сочинение, инструменты, композиторы все начали думать басовые домбры, в оркестре играет и все. Попросили тоже ноты, я говорю, пишите. Ну, я так тоже соглашусь. Мы в начале пути, все в наших руках. Я думаю, что что-то должно измениться. Уже меняется. Вот смотрите, сколько нас. Уже меняется. И последний вопрос. Как нас услышать? Наши низкозвучащие инструменты, они требуют особого подхода к сопровождению. Для исполнения в сопровождении фортепиано, конечно, подходит музыка, написанная для виолончели. Там учтены композитором уже эти моменты. Контрабас, кстати, очень хорошо подходит для басовой домбры, это тот же строй, и можно исполнять. Сложности возникают при оркестровке произведения для солирующей басовой домбры, и вот здесь своим видением пути решения этой проблемы с нами поделится известный музыкант, композитор, аранжировщик Константин Адольфович Шаханов. Прочтет свое сообщение, поделится с нами теми находками, возможными путями решения проблемы, как нас услышать. Прошу вас. Пока тут зажигается, я вот о чем хотел сказать. Мы люди такие подготовленные, обладаем определенным качеством слуха. Мы в данной ситуации, вот наш кружок, да, вот наш небольшой круг, мы настроены, наше ухо уже настроено на слышание низкого инструмента. Зачем я сейчас все вот это вот буду говорить? Я бы хотел, чтобы в наше такое сладкое течение этого всего дела, да, внести некоторую долю агрессии и негатива. Потому что существует в нашем деле, вот в этом, в аранжировке, в оркестровке низких инструментов, серьезная, огромная проблема. Для меня вот эта табличка, она отправная точка, просто отправная точка, не более того. Вот она меня в некотором роде зажигает, что ли. Да? Пожалуйста, второй слайд включить. А нет, извините, пока, ну хорошо, пусть будет даже так. Вот посмотрите, пожалуйста, вот эта нота ля, первой октавы, вот здесь, она звучит на частоте 440 Гц. Соответственно, нота ля октавы ниже звучит на частоте 220.
еще на октаву ниже 110. То есть вот такая зависимость. Да? Выше в два раза, в два раза больше, ниже в два раза меньше. Окей, следующий слайд, пожалуйста. Вот это открытая нота ми-контрабаса. Она звучит на частоте 40 Гц. Это практически, ну, 20 Гц считается в физике пределом слышимости. Да? Человек ниже, это уже дальше ниже инфразвук называется. Это частота открытой ноты ми-контрабаса. Сложно мне себе представить аранжировщика, который сидит с калькулятором и считает эти дела все. Но, тем не менее, неплохо бы на самом деле все это знать, понимать. Вот это вот нота ми, открытая контрабаса, а вот это ре первой октавы. То есть от 40 до 300 Гц – это наш вот проблемный диапазон, в котором мы звучим. Что можно сказать об этом диапазоне звуковом? Этот диапазон звуковой, у любого звукорежиссера спросите, он очень проблемный. Это диапазон, который стараются… Ну вот этот, по крайней мере, там от 100 там, до 200 Гц, вот где-то вот так вот, из записи убирать. Следующий слайд, пожалуйста, включите. Теперь смотрите, вот это оркестр народных инструментов. Вот это литавры и гранкасса. Низкие составляющие. Да? Вот это два у меня обозначено примерно так, ну из пяти баянов два низких. Вот это балалайки контрабас от 40 Гц. Вот это балалайки бас от 80 Гц работают и альты от 160 Гц. Смотрите, вот это альтовые домры от 160 Гц. Вот это басовые 80, да? И вот этот инструмент вообще мрачный совершенно, потому что как играют гусляры в оркестре, ну как бы я знаю, да, вот он сидит, вот он как глиссандо делает, вот он всем весом прямо на нижние ноты, ну а там дальше уж куда там рука дотянется. Да? То есть звучит большей частью низкий диапазон. Смотрите, да, вот это вот все обозначено кругами, это низкая составляющая оркестра народных инструментов. Красиво, правда? А теперь представьте себе, вот здесь вот стоит солист еще с одним инструментом. Веселая картинка, правда, получается? Достаточно. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, это просто для меня была памятка, я себе его сделал. Это вот инструменты, начальный диапазон от каждого инструмента. Он сейчас нам не важен. Следующий слайд, пожалуйста. Тембр и частотные характеристики звука. Вот смотрите. Если виден график, вот это гобой, вот он так звучит. Следующий слайд. А вот это балалайка-контрабас. Это вот это все, это окошко, это эквалайзер. Да? Мы же в современном, да, мире живем, да? Мы, значит, умеем работать в программе «Финал», в программе «Сибелиус» и так далее. Почему бы я подумал, что следующим шагом не взять... как бы все в помощники, звуковые анализаторы, да, довольно полезная штука. Посмотрите, вот этот пик, это основной тон балалайки контрабас, то есть 40 Гц, нота ля звучит, да. Можно предыдущий слайд? Вот это 440 Гц, это основной тон гобоя. А что вот это такое? Вот это что за пики? И у балалайки контрабас, и у гобои вот эти пики есть. Да? Что это такое? Это гармоники. Это основной тон, а вот это тембр. Это тембр инструментов. Следующий слайд, пожалуйста. Хочу вернуться к 9 классу физики. Что такое звук? Когда спрашиваешь у любого человека, ну вот, не физика, да? Что такое звук? Сразу же возникает некая заторможенность у человека. Он сразу начинает думать, ну звук, он и есть звук. Что звук? Да? Звук – это результат двух объективных вещей. Первая объективная вещь – это барабанная перепонка.
И вторая объективная вещь – это длина волны. Когда они встречаются, мы слышим звук. Поскольку у каждого из нас уши разные, барабанная перепонка разная, все у нас разное, анатомия разная, то эта вещь, как звук, данная характеристика, она очень субъективная. Мы все слышим по-разному. Каждый из нас слышит по-разному. Я вначале говорил, что мы люди подготовленные. Мы настроены на этот звук. Мы его слышим. Но при этом мы не слышим совершенно другие вещи, которые как бы, они объективно все равно присутствуют. Вот я когда показывал вам схему оркестра с обозначенными низкими проблемными зонами, да, я что имел в виду? Когда солист играет с оркестром, низкий инструмент, да, когда играет с оркестром, мы, люди подготовленные, слышим этот звук, звук контрабаса или звук басовой домбры, да, и мы все воспринимаем так адекватно. Но люди, которые сидят вокруг нас, которые не являются специалистами, у которых слух на это не настроен, они слышат, ну, процентов 20-30 от того, что слышим мы. Но они зато слышат то, чего не слышим мы, слышат всю вот эту муть, которая вот здесь, вот, вот в этом диапазоне присутствует. Пожалуйста, следующий слайд. Вот посмотрите, здесь три графика. Тоже, кстати, очень интересно. Для меня вот это вот было для самого открытия. Хотя я занимаюсь лет 15 уже вот анализом звука и аранжировкой электронной. Да? Вот для меня вот это было открытием. Посмотрите, это домбра-бас. Я просто, да, кому не видно. Вот этот домбра-бас звучит в большой октаве. Вот это она звучит в малой октаве. А вот это она звучит в первой октаве, одна и та же нота. Примерно с одной и той же громкостью. Вот, вот прямая громкость, да? Посмотрите, пожалуйста, октавы меняются, а низкочастотная составляющая остается на прежнем месте. То есть как бы вы ни играли, в какой октаве бы вы ни играли, этот диапазон объективно присутствует. Он присутствует и в контрабасе, и в низком баяне, и в любом низкочастотном инструменте, в котором мы работаем. То есть, когда пишется инструментовка, мы должны понимать, инструментовщики особенно, да, мы должны понимать, что вот эта низкая составляющая, вот эта муть, она объективно присутствует. И как-то с этой мутью бороться. Я сейчас в данном случае ставлю очень дискуссионную проблему. Да, да будет дискуссия, да. Каким образом это решать? Вот, пожалуйста, следующий слайд. Вот эта формулировка, на мой взгляд, вот одной из первых задач. Баланс в частотном звучании инструментов. Аранжировщик, оркестровщик должен вычислить этот баланс и освободить его для солиста. То есть, что имеется в виду? Скажем, играет басовая домбра, да? Она играет от 80 Гц и так далее. Да? Оркестровщик таким образом должен построить оркестр, оркестровку, чтобы вот этот диапазон, вот этот, он называется у звукорежиссеров средне-низкие частоты, да? Вот он должен быть свободен, потому что иначе мы этот звук воспримем, подготовленные люди, но большинство... Они не услышат. Они не услышат 50% того, что написал композитор. Следующий слайд, пожалуйста. Панорама. Вот это вот тоже, кстати говоря, очень интересное для меня было, так сказать. Следующий слайд еще возьмите, пожалуйста. Панорама оркестра. Вот я тут Мишу Дзюдзи изобразил с контрабасом. Нормально стоит. Все замечательно. Смотрите, каким-то образом мы должны, оркестр должен взаимодействовать с солистом не только в частотном, да, в частотном звучании, но и в панорамном обязательно. Вот когда мы говорим слово панорама, да, мы как бы это сказать, большей частью говорим о стереопанораме. Ну, мы ее так воспринимаем, потому что мы живем в таком вот в мире, когда
стереозвучание для нас, оно как бы вот одно из основных наушников, там вся музыка, мы все слушаем практически все в стерео. Да? Но в реальной жизни стерео не существует, его просто не бывает. Вот если вы сейчас внимательно меня послушаете и обратите внимание на свое правое ухо, вы услышите отражение от той стенки. Будто я там сидел, оно мне жутко мешало. Да? Но кроме этого, мы слышим отражение от потолка, оттуда, отсюда, отовсюду. То есть у нас панорама круговая всегда. И от контрабаса резонирует. Да-да-да, вот именно так. Вот когда начинаешь обращать на это внимание, сразу раз, люди сразу начинают слышать, потому что подготовленный слух. Вот. К чему это я? К тому, что существует такая объективная вещь, как распространение звуковых волн в пространстве. Вот это очень важно. Вот на это нужно тоже обратить внимание при аранжировке и оркестровке. Смотрите, низкий звук распространяется в пространстве гораздо медленнее, чем высокий. Длина 440 Гц – это 17 мм длина волны, а у контрабаса там почти 17 метров длина волны. Она распространяется медленнее. И поэтому звук от низкочастотного инструмента до публики доходит медленнее. Мы все изучали в физике эффект Доплера. Помните его? Да? При приближении объекта, источника звука к приемнику, с каждым шагом длина волны ближе, и звук повышается. А потом начинает удаляться, и звук понижается. Да, как самолет едет. Вот так вот, да, вот так звук меняется. Вот эффект Доплера. Он здесь тоже присутствует довольно часто. Его слышно, по крайней мере. Его слышно. Следующий слайд, пожалуйста. Как его слышно, сейчас я покажу. Оркестровка должна быть выполнена таким образом, чтобы с точки зрения панорамирования быть как более широким. Ну, это такое вот утверждение, оно ни о чем по большому счету не говорящее. То есть, как это называется? Ну, просто вот для того, чтобы сказать, короче говоря. Следующий слайд, дайте мне. Следующий. Вот смотрите, очень интересные вещи. Для меня тоже это было интересным эффектом. Вот обычный сухой звук. То есть здесь мы слышим не сухой звук, здесь мы слышим звук с реверберацией. А это сухой. Вот это атака, ну, то есть условно говоря, то, что мы берем медиатором. Это сустейн и это релиз. То есть уход звука в ноль, а это его продолжительность. А вот это звук, который мы слышим в пространстве, реально в пространстве, то есть с реверберацией. И вот этот пик, это как раз низкая составляющая звука. То есть контрабас играет то, что мы слышим, бам, а то, что слышат люди, бам, с каждым звуком, вот так вот. Вот так. Для меня это тоже было открытием. Так. И теперь, кстати говоря, тоже любопытное. Вот это балалайка альт. Вот так она играет на пиано, да? Нет, почти нет низкой составляющей. И вот она на форте, и вот эта низкая составляющая появилась. Не только громкость увеличилась, но увеличилась и вот эта муть. Я понятно пока, да, объясняю, вот в чем проблема заключается. То есть мы пишем инструментовку. Следующий слайд, пожалуйста. А, кстати говоря, вот это тоже любопытно. Посмотрите, вот это звук контрабаса. Вот если мы берем просто открытую ноту и держим ее, да, наступает релиз, так называемый, да, то есть звук уходит постепенно. Как он уходит? Интересно, да, смотрите. Первым уходят высокие частоты, они уходят первыми. И низкие частоты уходят самые последние. Но они же, естественно, они же медленнее распространяются в пространстве. И мы их дольше слышим. Итак, мы делаем инструментовку. Мы должны таким образом, видимо, инструментовку сделать. Наверное, да, я еще пока не пытался так делать.
Но мы должны, наверное, так инструментовку сделать, чтобы низкочастотный инструмент, который солирующий, да, чтобы он был как можно более свободен в панораме, в пространстве, в своем пространстве. То есть как можно дальше от него звучали другие инструменты. Но панорама, она не только по краям, она еще вперед и взад идет, да? Впереди и сзади. Реверберация как раз и дает эту панораму, да? Вот, то есть мы еще об этом должны думать. Раз. И второе, частотные инструменты. Следующий слайд. Сейчас я сформулирую по-человечески. Следующий слайд. Однородные инструменты, которые по частотам однородные звучат вместе с солистом, они должны быть разнесены в своей частотной составляющей. Этот диапазон частотный тоже должен быть для солиста свободен. В противном случае мы услышим, ну нет, не мы, публика в большинстве случаев услышит кашу, вот какую-то такую муть. Мы при этом будем со всеми спорить, что мы-то, нет, мы же слышим, мы же вот это, да, мы слышим, потому что у нас уши готовые. А в общем большинство людей будут слышать вот эту низкочастотную составляющую, мыло, так называемое, у звукорежиссеров. Кстати говоря, когда на студии вы приносите, скажем, на студии вашу запись, да, особенно если она в потрековом таком виде сделано, да, первое, что делает звукорежиссер, это вот этот низкий диапазон от 40 Гц и ниже туда, они просто фильтрами его и отрезают, раз и отрезают. У всех треков просто, начиная от флейты, кончая контрабасом, просто отрезают, а потом уже начинают как бы работать с низкими инструментами и так далее, и так далее. То есть этот диапазон очень проблемный. И если мы говорим о том, что мы хотим здесь, чтобы нас здесь слышали в этом диапазоне, то мы вот эти вещи должны учитывать. Ну вот как-то так, наверное. Все, спасибо. Огромная благодарность предыдущим ораторам за действительно уникальную научную работу. Я думаю, что об этом вы еще все коллеги сможете пообщаться, в том числе и сегодня. А завершает наш семинар выступление солиста Андреевского оркестра, лауреата международных конкурсов, члена Союза концертных деятелей Никиты Николаевича Яковлева. Тема его доклада – особенности исполнения функции баса в старинной музыке. Всех участников фестиваля приветствую, потому что это очень необычное, интересное событие. Хочу начать разговор о том, что мой инструмент не совсем обычный, и многие это знают, кто здесь присутствует. Даже то, что сконструировав его с мастером Георгием Сидорским, мы решили дать ему другое имя. И, в общем-то, с этим инструментом я играю очень много концертов и в России, и за рубежом, в основном старинную музыку. Недавно у меня было два концерта в Германии с прекрасной органисткой. Также у меня есть трио с одним из лучших блокфлейтистов Европы, профессором Венской академии музыки Карстеном Экертом.
Мы играем старинную музыку, барокко. И, конечно, интересно, интерес к этому инструменту в среде барокко довольно сложно, скажем, завоевывал свои позиции. Но со временем, играя в больших ансамблях старинной музыки, в партию баса континуа, все признают, что этот инструмент имеет особые звуковые качества, которые помогают, скажем, смычковым инструментам, виоле да гамбо или барочной виолончели или барочному контрабасу, более конкретизировать их атаку звука и более четко проводить басовую линию. Аналог этого инструмента в старинной музыке, самый довольно известный, это одна из разновидностей лютневой группы инструмента, называется колашоне, итальянский инструмент. Он возник на рубеже Ренессанса и барокко. То есть первые образцы инструмента относятся к 1600 году. И вот подобные инструменты, как колашоны, льюта, кантабили, это более поздние инструменты. Конечно, наши инструменты, как домбра-бас и другие низкие инструменты, легли в основу создания вот этого инструмента. И когда мне задают вопрос, зачем создан такой инструмент, зачем изменено его название, он называется струнный плекторный бас, почему не домбра, значит, я всегда отвечаю на этот вопрос, что мы с музыкальным мастером всегда стремились к тому, чтобы создать инструмент, который имеет принципиально другой подход к исполнению музыки, к исполнению качеству звука и поэтому этот инструмент, он получилось так, что не по конструкции, не по звуковым параметрам не относится к басовой домбре, к сожалению, поэтому мы ему дали это название. Что касается моей темы, сейчас исполнение старинной музыки. Многие музыканты сталкиваются с старинной музыкой, с музыкой барокко, может быть, кто-то с музыкой Ренессанса, реже с музыкой Средневековья. Хочется сказать, что музыка барокко – это в основном танцевальная музыка. Это манеры, это аффекты, которые нужно очень умело, не как слон в посудной лавке, так скажем, а достаточно галантно, изящно, со всеми жестами и так далее, как они это любят делать, как любят делать танцоры барочного танца, нужно исполнять и на инструменте. Это довольно сложно в наших реалиях, но этот инструмент в какой-то мере позволяет это делать. Танцевальная музыка барокко звучит по такому принципу, что бас – это ее основа. То есть, как говорят, бас танцует все остальные инструменты. То есть это как бы так звучит образно. То есть
задает, естественно, метр, тактус, как говорят в старинной музыке, от которого нельзя ни в какую сторону отступать. То есть это абсолютно ровный метр, который непоколебим, как маятник, как метроном, можно так сказать. Но есть очень важные правила, при исполнении музыки, значит, если идет секвенция или какие-то повторяющиеся обороты, то темп на микро какое-то ускорение должен обязательно сдвигаться. И получается, что басовый инструмент приобретает функцию как бы движения. То есть все, что потом играется сверху, это все высокие голоса, нанизываются на бас. То есть получается, что бас задает темп, задает характер, задает аффект, и потом в дальнейшем инструменты уже развиваются на этом уровне басового голоса. Хочу сказать, что принято в музыке барокко развивать фразу по сильным долям. То есть это, конечно, первая доля в такте, и есть еще относительно сильная третья доля. То есть вся фразировка строится по первым долям в такте. И получается очень логичное движение музыкального материала, музыкальной ткани. И также вот поначалу музыканты немножечко удивляются, почему нужно все время приседать на первую долю. Почему вот это должно происходить? Потому что этого требует танцевальность. То есть если у нас нет, в старинных ансамблях вообще присутствуют ударные инструменты, ну, допустим, это ансамбль без ударных инструментов, нужно глубоким тембром, глубоким погружением в звук показать, что инструмент задает темп, задает характер, задает жест, задает эффект. Это очень сложно сделать, ну, не зная, скажем, каких-то основных вещей. Также хочу сказать еще немножко о качестве звукоизвлечения. Звук на басовых инструментах, он требует очень кропотливого и грамотного изучения, то есть раскачивание всех струн, работа с регистром. Многие об этом знают, да, что от подставки до грифа мы используем довольно большой диапазон регистров инструмента. И это очень важный момент в барокко, потому что когда мне играть приходится не только басса континуо, но и сольно. И в этом смысле темп, когда играется звук на нижних струнах, то рука уходит ближе к подставке. То есть это, конечно, когда звук играется на верхней струне, это ближе к грифу. И получается такая достаточно серьезная диагональ. То есть это нужно учитывать, и это со временем автоматически потом вырабатывается. Соответственно, если инструмент низкий, как контрабас балалайка, этот диапазон будет еще гораздо больше, рука будет двигаться гораздо в большем расстоянии. Этот инструмент, я вот пару звуков хочу продемонстрировать.
как значит, идет организация звучания музыки барокко. Приседаю, но потом возвращаю, так как время у нас должно компенсироваться за счет того, что идет приседание на первую долю. Остальное и звучание, и, скажем, все остальные ноты должны сгруппироваться и влезть в окончание, иначе будет ну, все раздвигаться, скажем, да, и будет темп все расширяться. И, значит, очень важно вот именно вот эти приседания на первую долю, то есть... Сейчас я играю ближе к сольному звучанию, да, скажем, вот то, как инструмент звучит сольно. Если играется партия басса континуо, естественно, там не разбежишься по свободе. То есть там нужно более конкретно и более четко играть. Это естественно. Но опять же, приоритет идет на сильные доли. То есть есть сильные доли, есть слабые доли. Сильная доля всегда яркая, глубокая, насыщенная. Слабые, они более спрятанные, как бы получается. И слабые доли, особенно, допустим, четвертая доля в четырехдольном такте или третья в трехдольном, они значительно слабже для того, чтобы потом первая возникла опять вновь. И получается, скажем, такая бесконечная последовательность басовых звуков, которая дает ощущение движения и ощущение танца. Вот. Знакомые с этой, скажем, культурой люди, они, естественно, хотят подчеркнуть нижний звук, так как он более, ну, он более красиво звучит и так далее. Но если он написан на слабую долю, если он там... Это другое дело. Сейчас он на сильную, конечно, это раскрывается. А вот сейчас, до этого было наоборот. Что, значит... То есть, наоборот, потому что он на слабой доле. И это очень принципиальный момент. Подчеркивать сильные и слабые доли. Еще очень один из моментов очень интересный, это как исполнять украшения, если они встречаются на басовом инструменте, и не только на басовом, на любом.
инструменте в музыке барокко. Хочу сказать, что в основном все трели играются с верхней ноты, то есть нота написана, например, на до ля, да, играется, то есть, или в зависимости от тональности, с тоном, либо с полутоном. Если написан мордент, это вот такая ломаная линия, но с черточкой, как у нас говорят, перечеркнутый мордент, но это просто мордент в барокко. То есть вот просто зигзагообразная линия, это может быть трель. Просто писали раньше не буквами, а могли писать просто такую закорючечку. Если есть палочка, то это мордент. Мордент играется всегда с полутоном и всегда вниз. То есть нота ля играется и очень коротко, и с опорой на первый звук. Это второй из основных украшений. Третий – это форшлаги, как говорят немцы, или форшлаги. Любое количество играется в долю, и в барокко играется довольно коротко. То есть, если почему пишется форшлаг? Для того, чтобы подчеркнуть вот эту вводную ноту. То есть он как бы выделяет, встает на первый план перед этой нотой, а не для того, чтобы там... Это не его. Написали бы просто после предыдущей ноты какую-нибудь короткую длительность. Форшлаг пишется для того, чтобы вот сделать этот эффект. И в заключении хочу сказать, что та тенденция, которая развивается в Петербурге для народных инструментов, в частности в оркестре Андреева, это заслуга, огромная заслуга всех музыкантов, дирижеров, которые с нами работают, которые имеют огромный опыт, и совместно этот опыт приводит к появлению различных сфер музыкального искусства. Вот так как вот мне посчастливилось работать с музыкантами, скажем, другого плана, с музыкантами, которые играют старинную музыку, этим я обязан и полностью обязан той школе, которая меня воспитала, потому что, как и все другие музыканты, я учился у выдающихся преподавателей, выдающихся профессоров народных инструментов. Поэтому я очень этому благодарен. Большое спасибо. Ну что же, вот и подошла к концу теоретическая часть нашего фестиваля. Мы благодарим каждого сегодняшнего гостя, каждого докладчика за раскрытие действительно очень сложных тем, уникальных проблем. И мы надеемся, что вы продолжите свои поиски. Желаем вам в этом удачи и, конечно же, приглашаем вас завтра на концерт. В 19 часов на гала-концерт, большой зал Дома офицеров, где мы сможем на практике убедиться в том, что басовые инструменты способны полноценно звучать в качестве солирующих, ну и сможем оценить, грамотно ли сработали инструментовщики. Да? Хорошего вам всем вечера, спасибо за то, что вы все сегодня здесь были.